какой? Ну, я заметила, не было, по-моему, если он... В средней полосе? Да, в средней был дизайн. Хочешь узнать, какая полоса лучше? Ну, да. Мне кажется, мы его хуже всех. Не кажется, оно точно. Я думаю, что это такое? Это ноги, носки из окна. Да. Так была у тебя показана была эта заправка или нет? Ну, я не смотрю. Вот это и называются пробки. Многокилометровые. Да, вот поэтому нельзя никогда вот в такие дни выезжать, когда все выезжают, а потом приезжают. Или же, чтобы здесь быть часа в 4. Вот это было еще можно было проскочить. Да. Мама, куда ты проскочишь? 100 километров пробка, куда ты проскочишь? Нет, 4 часа не было столько людей, они возвращаются. А, было 70, 100 не было, было 70. На 30 потом набились. На 30 чего я не километров. А, я понимаю. Какой-то участок будет оранжевым, вкусного красным, да? Да. А так была близка Москва. Да. Боже, придумался. Видишь, один застрял, поэтому... Бензин, наверное, кончится. Если что, застрял у нас, как он все будет делать? А может, закипел? А с чего? Ну, мотор перегрелся постоянно на первой передаче, газторг. Охлаждения нет, ветра нет. Да нет, ветер в спину уже. Самое интересное, что с этой трассы нельзя выйти. Это тоже плохо, да, сына? Это очень плохо. Да. Какая-то была бы тропинка в сторону, а там, смотри, то враги, не спуска, ничего. Все забаррикадировано.
отбойниками этими. Замуровали. Одинаковые они с этой такого эвакуатора. Да? Да. То впереди, то сзади. Не будем перед. Да, и автобус это тоже. 964-й. Все вместе. Выгоднее вот по той, по первой ехать. Почему? Мне кажется, вот они едут. Вот как мы с тобой ехали, да? Так и они. Потому что по центру эти машины как бы в поле видимости, а там таких машин нет уже, которых вот, ну, я вот там вот заметила, а их они больше не появляются. Thank you.
центр, мы уже грузовичок догоняем красненький. КамАЗик, да, гоняем по центру красненький. Уже поле видимости нас обогнал. Сзади, а теперь по центру. А тут рядом все равно новые все машины, да? Да, 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 там вижу. Ну как мы вот ехали. Ой, посмотри сюда. Еще вливаются. Поток, да. Это все. Так что невыгодно туда перебираться. Что, не знаю, выгодно или не выгодно. Такая же пробка, да. Поэтому, боже мой, ага. Поэтому, наверное, вот так вот и получается, да? Сейчас мы здесь, наверное, будем действительно лучше ехать, чем... Посмотрим. Павел Павлович. А ну давай, узнавай. Нет, да, просто если заправка, тебе же заправка нужна. Я думаю, чистое такое. Такое идеальное. Хорошее. Как бы хорошее, да, просто хорошее. Чистое. Ну просто думаю, свеженько. Что тебе? Может это другой казинаки, мягкий дать? Давай. Ой, сына, сына. Так. Мягкий казинак.